Ну что ж, сейчас Тима одевает вот такие прикольные очки. Тимофей, одевай, посмотрим, какой ты у нас красавчик будешь. Ого, так что мы не будем знать, какой будем распаковывать? Да-да, мам. Привет, вы на канале Тим Видыч и Маша. Привет, друзья. А сегодня у нас распаковка вслепую. Это еще как? Да, как? А очень просто, я вам сейчас расскажу, но пока... Подпишись на мой канал Тим Видыч. Да-да, кнопочка внизу, нажимай скорее. Итак, друзья, у нас есть 3 новых суперских Бэя. Эти новинки такие классные, что аж хочется их распаковать все сразу. Тим, но если мы распакуем все в куче, мы же не сможем рассказать об особенностях каждого. Ну да. Поэтому мы сейчас вслепую выбираем Бейблейд и делаем на него обзор. Ого, так что мы не будем знать, какой будем распаковывать? Да-да, Маша, именно так. Итак, поехали. Тимофею мы даем вот такие прикольные очочки. Тимофей, одевай, посмотрим, какой ты у нас красавчик. Так, не должно ничего быть видно. Поправляй. Не должно ничего видно быть. Я проверяла, там не видно, ребята. А Маше мы даем самые обычные коробки от посылок. Я их даже не декорировала. Так, Маша кладет Бейблейды под коробки. Тимофей, ты ничего не видишь? Ну так, еще в сторону на всякий случай отвернись. Ага, молодец. Так, Маш, и ты еще перемешай коробочки. Ну, чтобы наверняка. И... Ты готов? Да. Я хочу выбрать Экскалюса. Кто так считает, жмите лайк. Ну, посмотрим. Это теперь только от тебя зависит. Вот так. Точно? Ну, точно. Ну что ж, снимай очки и смотри. Маша, поднимай. О, это Геркулес. Ну, Геркулес так Геркулес. Тоже сильный волчок. Даже я знаю, с кем его сразить. Ну что ж, теперь мы убираем эти уже ненужные нам коробочки. Ребята, Экскалиус и Феникс у нас остается на следующий обзор. А сегодня у нас Геркулес. А мне интересно про Геркулеса послушать. Этот Бэй имеет тип выносливости. И выпущен этим летом. Но, кроме того, у него куча особенностей. Но давайте все по порядку. Давай, Тимофей, распаковывай наш Бэй. Смотрим, что у нас там. Такой действительно мощный волчок. Пока ты вытаскиваешь, я посмотрю, что здесь в серединке. Кстати, этот Бэй у нас идет без запускалочки. Но... Я думаю, хазбровская запускалочка нам подойдет. Так, здесь у нас наклеечки. Давайте посмотрим сам Бэй. Посмотрите, какие классные у него детали. Правда? Да. Владелец Бейблейда Геркулес – корейский блейдер Хуэй. Он очень отличается от всех мальчишек-блейдеров. Хуэй – высокий и мускулистый мужчина. Только посмотрев на его внешний вид, уже можно судить о силе Бейблейда Геркулеса. Как и у всех Бейблейдов со строением Super Z Layer System, энергетический диск включает в себя металл. Да, вот в этих двух луках. Точно, Тимофей. И, кстати, в этих двух луках и кроется первая особенность. Они могут раскрываться. Посмотри, Тимофей. Да. При этом энергетический слой преобразовывается в такой широкий эллиптический маховик, что помогает увеличить выносливость Бэя. Когда Геркулес
Геркулес снижает скорость, то леволухи становятся на место. Точно, точно. И тем самым улучшают оборону. А вообще, энергетический диск имеет довольно сложный дизайн. Здесь, посмотри, и луки со стрелами, да? Да. И лицо самого Геракла. И посмотри, вот это вот шкура льва, убитого Гераклом. Вот видишь, даже глаза льва, видишь? Вот, так что, посмотрев на этот Бейблейд, сразу хочется изучить древнегреческую мифологию. Силовой диск под номером 13. Да, такое себе счастливое число, но я вам хочу сказать, что несмотря на вот такой агрессивный дизайн силового диска, он довольно легкий. И это, наверное, правильно, потому что в сочетании с мощным энергетическим диском он дает баланс, и вращение тогда происходит намного лучше. Драйвер у него такой интересный. Ага, Маша, ты обратила внимание, здесь у него острый наконечник, но здесь вот прикреплена такая вот вращающаяся тарелочка, вращающийся диск. Он, именно вот этот вот вращающийся диск, помогает удерживать сильные атаки, не дает Бэю сдастся. Получается, при наклоне тарелочка удерживает наш Бэй и становит его на место, так можно сказать. Да, круто! Вот такой красавчик у нас получился Геркулес. Смотрите, какой он мощный, красивый. Ну и пора его сразить. Тимофей, с кем мы будем его сражать? С Гаруда и Ахиллесом. Отлично. Кто первый будет сражаться? Я буду Гаруда. А Маша Геркулесом? Ну, хорошо. Итак, на арене. Итак, на арене два сильных Бэя. Гаруда и Геркулес. Кто же кого? Раунд первый. Посмотрите, а Геркулес выше, чем Гаруда. Зато Гаруда больше такой. Вот интересно, он победит Гаруду или нет? Давай. Посмотрите, Геркулес победил Гаруду. Вот это класс! Раунд второй. Видно, что сильные Бэи. Так, смотрим. И Гаруда остановился второй раз. Ха-ха-ха, ничего себе. Вот кто может победить Гаруду. Раунд третий. 3, 2, 1. Давай. Тоже сейчас. Гаруда, кажется, намного больше сверху, если смотреть. И непобедимый Гаруда сдается Геркулесу. Ура! Победа! А сейчас Ахиллес против Геркулеса. Кто кем? Я Геркулесом. Не-не-не, мне самой этот Бэй нравится. Маш, ну давай в этот раз Тима Геркулесом, а ты Ахиллесом. Ладно. Ну что ж, кто кого, Геркулес или Ахиллес? Раунд первый. 3, 2, 1. Оу! Давай. Ахиллесе. Посмотрите, мы Ахиллеса подняли немного выше, и он идет наравне с Геркулесом. Вот теперь мы посмотрим, кто кого. Но Ахиллес сдается. Раунд второй. Три, два. Один, стоп, давай, Ахиллес.
Беги! Давай, Геркулес, давай! Беги, беги! Ну, давай. Геркулеса, конечно, запуск беги, мощный. Давай. Уже даже сразу видно, что Ахиллес опять сдался. Раунд третий. 3, 2, 1 Гоу! Мне кажется, Геркулес опять победит. Не знаю. Посмотрим. Да, уже видно. Ахиллес немного сдается. Уже сдается немного. Ахиллес да. начинает вилять. Все, без вариантов. Да, здесь без вариантов. Да, понравился мне Геркулес. Впечатлил меня. И меня. Кому тоже нравится Геркулес, напишите в комментариях. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Всем пока! Пока! Пока!